и настоящий эксклюзив только для подписчиков нашего второго канала Backstage, потому что только вы узнаете, какая толщина лакокрасочного покрытия у Rolls-Royce Cullinan. И, пожалуйста, не называйте его ни кулинаром, ни кулинамом, ни кулинемом. Он почти весь алюминиевый, 140. Алюминий. Алюминий. Ну, в общем, теперь вы видели все, ну а полноценный обзор этой тачки смотрите на основном канале уже совсем скоро.